Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел рассказать об игре под названием Капатун 2014. Она сделана специально перед футбольным чемпионатом по футболу. Она платная, стоимость составляет 36 рублей. Появилась совсем недавно. В данной игре вы можете играть, несколько человек может играть, а может один игрок играть. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Достаточно красиво нарисована, обалденно нарисованная игра. Мы можем играть различными любимыми героями. Вот, парнишка Финн, потом какие-то амниверсы, удивительный мир гамбола и обычный мультик. У каждой команды есть свои параметры: скорость, удары, пасы, отборы мяча. Давайте посмотрим теперь саму игру. Очень красиво, реалистично. Не то, что реалистично, очень мультипликационно сделано. Молодцы. И оптимизировали игру, игра вообще не тормозит. Вот. Всего будет 8 команд, то есть это не все команды, которые мы сможем выбирать. Также мы можем выбрать одну из 40 стран и играть в различных турнирах. Вот. Вот и сама игра. Осуществляется управление, то есть мы стиком направляем нашего персонажа. Вот нам объясняют. Когда мяч у тебя, нажми B, чтобы передать пас, или A, чтобы ударить. Зажми A, чтобы ударить сильнее. Когда мяч у противника, нажми A, чтобы его отобрать, и B, чтобы сменить игрока. Если к исходу основного времени счет остается равным, выигрывает команда первого забившего гол. Ну, давайте посмотрим, что эта игра представляет. Очень круто сделано, мне она очень нравится. И вот мы начинаем бегать, и сейчас попробуем забить гол. Так, на меня мяч отняли, кстати. А, теперь я пасую. Так, отняли. Так, отнимаем. А, и пытаются мне забить гол, но мы отнимаем. А, еще попытка. А, меня атакуют. Вообще обнаглел, вообще. Пасуем своему, так. Пасуем своему. А, не тому дал. Отнимаем у него мяч. Враг меня как атакует. Соперники меня просто выжимают. Ага. Сейчас точно голяк забьют. Прикольная игра. Мне она очень нравится. Так, наконец-то я вырываюсь вперед. Пасую. И удар по гол, поворотом и гол. Отличный удар. Молодцы разработчики, что делают такие игры, тем более первый чемпионат футбола. Чемпионат мира по футболу. Это она будет очень пользоваться популярностью 100%, я вам гарантирую. Вот. Еще раз попытка, попробую забить гол, не получилось. Обалденно сделано. Мультипликационно, думаю, любому человеку, кому нравится футбол, данная игра понравится. 100% я вам гарантию даю, что вы с удовольствием в эту игру сыграете. Как только увидите мой обзор, бегите сразу в Play Google. И так, вырываюсь. И еще раз попробовал забить гол, не получилось. И еще раз. Идите в Play Google и скачивайте данную игру. Она того стоит, тем более режим с несколькими игроками, тем более. А с вами был Android Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.